На центральной площади Владивостока прошло празднование Дня семьи, любви и верности. Организовали мероприятие администрация Владивостока, правительство края и Владивостокская епархия. Губернатор края обратился к жителям и пожелал приморским семьям здоровья, счастья и благополучия. Президент в этом году объявил этот год годом семьи и верности. Безусловно, для Приморского края он имеет большое значение. Более 254 тысяч семей проживает у нас в крае. 24 тысячи многодетных, у которых воспитывается 358 тысяч молодых ребят. А более 1500 имеют 5 и более детей. Это огромное население нашего края, которое поддерживается со стороны правительства Российской Федерации, правительства Приморского края, более 33 мер поддержки и 11 миллиардов рублей мы направляем на эти цели, чтобы семьи были дружными, семьи были крепкими, меньше было забот, больше было возможностей к воспитанию детей, сохранению семейственности. На празднике работали фотозоны, фотовыставка «Лучшее семейное фото», конкурсы и различные мастер-классы. Также гости мероприятия могли познакомиться с крестьянским бытом, научиться плести маскировочные сети, танцевать и многое другое. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.